В нашем регионе самая дешевая потребительская корзина в ЦФО. По данным Курскстата, в июне набор из 24 социально значимых продуктов питания обходился курянам в 3064 рубля. Это на 700 рублей меньше, чем в среднем по стране. По данным очередного мониторинга, самая низкая стоимость 8 наименований зафиксирована в магазинах «Европа» и «Линия». Мясо птицы – 95 рублей 90 копеек, свинина – 169 рублей за килограмм. Дешевеют сезонные овощи и фрукты. Картофель обходится курским хозяйкам в 10 рублей 90 копеек, лук – 23,90. По-прежнему на прилавках широкий ассортимент хлебобулочных изделий по доступным ценам. Хлеб у нас один из самых дешевых по стране. И это, конечно, за счет того, что часть выпадающих затрат у нас на протяжении многих лет субсидируется из областного бюджета производителям. Соответственно, на прилавках магазина вы сейчас видите хлеб социальных сортов, цена на который не превышает 14 рублей за буханку. Ориентироваться в ценовой политике торговых сетей куряне могут на сайте курскоекачество.рф. Раз в неделю там обновляется информация о 24 наименованиях продуктов. Она доступна в разделе «Рейтинг низких цен».